have you now. You're going down. Thank you.
right, now get clear before it detonates. Привет, Зеплюн. Да, давно как-то я забил на стримы, на... Да и дела были свои. Колдешечка. Как жизнь? Так. Optimal range headshot. Неудобная штука, хотя пока. Level up. Окей. Thank you.
Так, где эти товарищи? А. Малака. Да, я тоже так. Я сейчас Guild Wars, не знаю, как-то меня туда занесло, и что-то я начал делать. И нормально так. Мне понравилось. Потом думаю, ну вот, вчера человек писал мне, мол, давай стрим еще. И все такое. Ну, я решил постримить. Не знаю, все это, знаешь, такое временное. О. Нормально. Я как-то не смог присесть вот именно в стриминговом варианте. Там что-то выскакивает, это постоянно раздражает. И как-то... Короче, стримлю как получится. Так, это нам не нужно. Getting in isn't going to be easy. I think that woman is right. The declaration is just a symbol. But symbols are important, even with things the way they are. And it's hard to think of a more powerful symbol than this. Isaac can get you into the vault, which is where the declaration will be held. But first, you're going to have to get past a whole lot of true sons. Я заново начал персонажа качать. Ну, они там некоторые, ну, изменения же внесли в игру, и я как-то это... чтобы не проё эти моменты, взял заново. Agent requesting backup. Так, сток. Так, ну-ка. Ничего себе. А, высоко. Они подкрутили игру, я смотрю. Она такая, ну, нормальная. Я сейчас ограничил. На мой... Ограничили. Ограничил этот FPS. Ну, оно так плавненько. Ограничили. Да, да, я тоже люблю это дело. Да, да. А.
Ты издеваешься? Fuck you too, motherfucker. Когда персонажа качаешь, весь сок в этом. Не знаю. По мне это именно так. Весь сок. Так, здесь что у нас? 2.5, здесь тоже, в принципе, 2.5. Окей. Просто когда доходишь до максимума, у тебя начинается игра, которая есть, ну, как и все другие. Она такая же, как и все другие. А когда ты качаешься, ты нуб, как к чему-то и ты стремишься. А прокачавшись, ты уже начинаешь играть в игру, которая уже там, не знаю, ты уже играл. И это уже как-то неинтересно. Какую специализацию? Ну, подожди, они же вроде бы это, как бы, ну, ты можешь... Ты имеешь в виду основное, что я буду играть? Не знаю, я же не знаком, посмотрим. Там дверь же, да? Я не играл, вот они добавили пулеметчика, правильно? Первый, ну, после этих трех был пулеметчик. Я в него не играл вообще, не качал ничего. Сейчас добавили нового. Тут, по-моему, гранатометчик, короче. Что-то такое. Молоки, а? Ах ты, зараза, бегает. Вот сукин сын, смотри, что творит. Отстрелим ему ухо. Вот так. Put the declaration on display in the White House and get the word out that it's been secured. And this is gonna send a message. It's gonna give people hope. Ну, три было, да, изначально, да? Они же сразу три дали. Потом четвертую добавили этого пулеметчика. А сейчас это. Короче, не знаю, надо смотреть и разбираться.
Я даже особо не так сильно гоняю. Так. О, не туда. Оп. Опс. Блин. Все-таки задержка есть. Эта пушка начала нормально стрелять, или мне это кажется, или это мне кажется из-за того, что я low level. Он вроде бошку выносит. А тут что? А, ну да. Снайпер, выживальщик, арбалет, гранатометчик, пулеметчик и механик. Ага, да, я тоже сижу, думаю, что за этот, как его, бомбометчик, потому что у нас бомбометчик, в принципе, был. Чего я несу такой сижу? Ладно, нам надо сюда это сделать, сюда прийти. Механик. Ты уже его это, да? Прокачал, да? Ну и как оно? Неужели я в голову попал? Офигеть. Эти дамы так двигаются. Мне не нравится в этой игре, так это HDR. У них очень плохой HDR. Как-то все серое такое. Что странно, у меня HDR показывает видосики, все отлично показывает, а вот некоторые игры, они вообще серые такие, тусклые. Писали, что это виновато Windows, но по-моему, они исправили это дело. Так, а здесь надо кое-что им задонатить. Они добавили экзотику, да? Шмотки имею в виду. Но эти шмотки, они как, я даже не знаю, они как, они также вот там три куска этого, три куска или шесть кусков.
Как это вообще у них? Надеюсь, экзотика там такая интересная. Так, где наши товарищи? А, вот он. Так, ствол. Assault rifle damage, критический шанс. Ладно, пускай будет. Вот это можешь объяснить? Вот это что, прокачка, что ли? Она, эта пушка прокачивается, типа? А, только рейд. Блин, честно, знаешь, вот смотрю эти рейды, что в Guild Wars. Вот я хочу поиграть в Guild Wars. Да, но вот когда рейд завезли, вот я просто игру бросил. Потому что, ну, есть игроки, которые просто, ну, не могут, например, с другими людьми как бы контактировать. Не то, что играть, просто контактировать. И такие игроки попадают в такую ситуацию, что им приходится вот... вступать в этот контакт. А из-за рейда игра, она становится такой... Ты вынужден, потому что... Там лут тот, который, ну, сразу становится актуальным. И все играют в эту, в этот инстанс. Так, 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 так. И это происходит не только в это, не в одной игре, а именно стало как-то этим для всех нормой. И мне не нравится, что из игр, знаешь, что выпилили? А, такой соло гейминг, где ты можешь просто так прокачаться, и что можешь целую орду нагнуть. Вот это мне как-то, я поэтому соскучился. Раньше в играх там в Айоне, например, в Линейке и в таких играх было такое, что ты мог просто
одеться так, чтобы с тобой никто бы не справился. Ну, такие же, как ты, да. Ты мог прям косить целые эти. И это было очень круто. А сейчас все игры как-то разбалансировали все это дело. Ты один ничего не сможешь сделать. И это как-то... Неинтересно. Так, нам выдали это, да? А вот, пойдем. Да, да, вот как-то вот это надо вернуть. Это было раньше. Я помню, там прям такие легенды ходили. Вау, нифига себе. Там так никнейм кого-то сказал бы и такой, вау, нифига себе, правда. Респект чуваку, смотри, какая броня, смотри, какие эти. Потом это испоганили, потому что донатом испортили. Донатом испортили, потому что... не потому что, а тупо испортили. Купи себе шмотки и будешь как боженька. И это очень плохо. И уже пошли жалобы уже игроков в плане того, что это нечестно. И это нечестно было. Упс, куда он убежал? Вернись, падла. Малака. Сукин сын. Упс, он что, восстановился. Че, падла, один остался. Мои ребята сейчас тебя завалят. Вот так вот. Job, я помню одного пацана, короче, в июне. Он был, подожди, какие там были эти там, да. Он был асмодианцем. А, нет, нет. Нет, нет, он был няшкой, короче. Я был асмодианцем, короче. И он приходил на нашу территорию, ну, фанится. Такой весь был такой прокачанный. Шмотки у него такие были, что всех нагибал нафиг. Но я его один раз, короче, это... Я за этого играл. Как он называется? Монах, да, типа того, типа монах, но, короче, хилом играл. И в этой схватке пару раз я его чуть не это, ну как я не как, ну он столпами воевал просто. И так случилось, что пару раз, когда я вмешивался в эту как его в процесс, Он серьезно так начал это делать. Урон, короче, хватать. Пару раз, короче, он убежал от нас. От мелких чехосранцев. После этого, короче, он это... Меня не бил, короче. Я рядом с ним пробегал, там, то есть он меня не бил.
это весело. Как-то какая-то там это... А сейчас игры уже стали так... Не дают тебе такое это. Мне нравятся игры с фракциями, где... Такие массовые бои можно, короче, проводить между собой. Guild Wars такой, но все-таки Guild Wars тоже. Он более такой, как сказать. Там, короче, в соло не нагнешь. Хотелось бы так выйти и всех там положить. Так, а вот. Mortar attack, chemical. Seven survivors. Yes, Manny, seven total. The sheriff just came in. Can you get these people to safety? I'm gonna go kill the bastards that did this. You're safe now. I promise. The attack came from Jefferson Plaza. You know what to do. Hey! Kill them all. Так, сейчас мы устроим им kill them all. Hostile control point identified. Так. А что это вот? А. Блин, два раза. Как-то пули. Ты чё, молока? А сейчас будем отстреливать их. Опс. Что-то я много мажу. Что за... Так, этого я не вижу. Там еще одна. Патруль идет, да? Малака.
reinforcements incoming. Соберу, пока эти прибегут. Меня так прилично так пробивают. Покажи свою прекрасную лысую голову. Ну все. Fuck them all. Так, мужик, стой. Так, окей. У нас тут по нолям. Надо побегать. Бегал в темной зоне и слышу сзади. Ну что-то за... Ну что, замочим этого старичка? Дорогой говорит, да ладно. А, другой говорит. Вот это вот, знаешь, вот это ЧСВ вот этого, вот этой Dark Zone, она меня прилично так, знаешь, так задевает. Именно у самой зоны это ЧСВ, не у игроков или что-то, а вот когда ты игроку даешь вот эту возможность, там-то завалим, там, понимаешь, да, вот эта тональность вот она. Забавен, борзые ребята, бля. Вообще прям такая херня. В этом, в этой Dark Zone столько ботов. Я понимаю, знаешь, еще там за лут как-то там воевать, но
Я имею в виду во время убийства босса, например, да? Там. Я хочу вот это жадность, знаешь, там. Из-за жадности, когда друг друга начинают мочить. Это еще как-то понятно, ладно, по-хумански. Но вот когда ты просто бежишь, или кто-то бежит, и начинает просто тупо вшмалять, как-то это... Для этого есть другая зона, типа. Так, что происходит? Кто-то опять появился. Ой, черт. Этого вообще... С ним что надо делать? Что-то сбросил, блин. Да, а, вот он. А ну-ка. Спокойно, парни. We're done. Да, все как в жизни. Но тут такой вопрос возникает, ёб твою мать, тебе дали возможность, чтобы не было как в жизни. Сделай как не в жизни, блин. Но нет, ты все равно делаешь как в жизни. Потом идешь и плачешь, что в жизни как-то все херово, да? Прикол тебе рассказать. Короче, я сейчас... Мы квартиру поменяли, сменили, ну... И помнишь, если помнишь, конечно, я жаловался на то, что там надо мной живут там албанцы, они там братья, ссорятся, короче, подростки и все в таком духе. И гремят, шумят, нормально не поспишь там, то все. И, короче, ну, мы переехали оттуда. И... Туда сразу же вселили этих сирийских беженцев, короче. Хозяйка, которая была, короче, взяла и заселила туда прямо целую такую семью большую. И там у них дети, короче. Вот эти их такие. И они там очень так... Короче, песни поют, короче. Ну, дети, ну и крики, там, визги. То все. Блять, она кого-то поднимает там. И этот отец, они не понимают ни английский, ни греческий. И этот отец этих подростков, короче, выходит на балкон, такой жалуется. Жалуется, мол, блин, как же херово, когда соседи шумят и все такое, не заснуть, не то. Прикинь? И чувак мне просто 3 года... Со своими сыновьями, блядь, мозг выел. Я одному чуть, блядь, не вломил, блин, из-за этого чуть ментов как бы туда-сюда. А он выходит такой бедненький, оказывается, ему там спать не дают. Еще он жаловался мужику, которому он просто тупо заебал. Его сыновья просто всему подъезду заебали, короче. И он вышел еще и жалуется, блядь.
Я почему об этом говорю? Потому что когда твоей жопы касается проблемы, ты начинаешь сразу всегда: ой, как все это плохо. А когда ты, сука, сам гнида полнейшая, ну, это нормально, да? Все как в жизни. Не-не, не надо это ставить. Мало лака. Посунься. А ты хитрый, да, я смотрю. Ребят, так нельзя. Это такие баги. Блин. Не вижу. Ох, прямо. Так, нам надо туда. Какой советник? NPC? О, ничего себе. Так, может здесь какую-нибудь другую это. Так, вот это на грудь надо поменять. Rifle damage. Invite to another agent's group. Receive. Agent requesting backup.
А, они уже поднимают. Раньше не было, да, такого? Подожди, я что-то не понял. Это та миссия, точно? Где я вообще? Вот же. Не, нам надо вот этих убить. Оп. А, это. Так, назад. Падло. Сукин сын. Мне такое дали, да? Another agent is now in your group. Group augmentation activated. We're lucky those true sons couldn't break the tech cache open. The locks must be pretty robust. Anyway, bring it back to the base when you can, agent. Так, нам надо это. According to Kelso, the chemical attack against the castle came from the plaza. Not exactly a surprise considering the area is heavily contaminated with DC-62. DC-62 is a chemical agent that was intended to stop the spread of green poison, but it turns toxic in certain conditions. True Sons seems to have figured out how to weaponize it. Where they're using metro trains to move chemical munitions around the city. So your first task will be to deal with that threat. You'll also need to sabotage their operation and neutralize the commander, some guy named Wilson.
could do it. How is everyone? Also, control point nearby. Hostile broadcast detected. Another agent has joined your group. Detected. Nearby location guarded by hostiles. Ничего себе. Nearby hostage situation detected. Portable electronic device detected. Да, много вот изменений таких. Это, знаешь, так надо посидеть, так поиграть чисто для себя, так каждую эту детальку. Посмотреть, что да как. Возьму эту. Я сейчас из-за того, что хочу собрать все эти SHD, чтобы скиллы открыть. Из-за этого ломанулся так. True Sons from using the metro to transport chemical weapons. So start by disabling any operational trains you find. You can't let those munitions be distributed. You saw what they did to the castle. Так. Что не так с нашим звуком? Do you hear me, guys? Да, дай. О, ребят, смотри, 17-й, 16-й, 15-й. Мажу. Блин.
стрим не лагает, все нормально, да? Так. Наверху? Не убил он ее. Блин, из-за этой фигни она светится и... О, отлично. Ух ты. Это такой же, да? Да, такой же по 13 лаву. Окей. Потом посмотрим. To the mall. We need to terminate this son of a bitch. There's no direct route from your position, so you'll have to divert through the hotel and into the mall. Я решил стримить только на Twitch. Все эти заморочки в плане того, чтобы и на YouTube, на YouTube я буду просто выкладывать, отправлять, экспортировать и. Да, просто он уже так пошел, уже гонит. Я еще, если остановлюсь сейчас. Блин, непростительно, непростительно. Agent down.
Так. Так, один тут засел. Давай, я тебя вижу. Take you to the mall. Wilson is still by the entrance. We've spotted a mortar team with him. These are probably the fuckers who attacked the castle. Hostile forces incoming. Блин. Оп. Так, это... А. Ладно. DC-62 toxin detected. Contamination level. Lethal. What the hell? These readings are insane. They must have a lab nearby for weaponizing this shit. Make sure you put it out of operation. Okay. Пульки медленные, да, такие? Ах ты, зараза.
Зря я сюда. Давай, быстрее. Какая-то зелень хреново выпала. Блин, Мазилович. Что там, гранаты, да? Блин. Оп. Балака. Баллон этот. Так, здесь. Look here, boys. On me. По-моему, они меня не слышат. У меня микрофон вроде спущен.
второй. Поэтому они могут не слышать. Там на 70%. Ладно. Там пацаны, наверное, уже всех убили. А я тут хуйней страдаю. Тоже мне. А. Вот зараза. Тучканду. Наверху никого, да? Больно, падла, больно. Так, у нас 14, да? Сюда надо прийти. Но это рано еще. Просто я, когда снайперку в руки беру, это... Когда снайпу беру... Блин, что у меня с этим? Так, что происходит? Я что ли, да? Так, я не понял. А, вот, человек урон нанес. Оп, не то. Игра становится легкой.
Главное, чтобы снайпа хорошо, ну, аимиц. Так. Ладно. You have left. Group augmentation inactivated. How much longer we can hold out. We can really use your help. Блин, а? Все, да? Да. Ну, пойдем на базу. A new skill for you. Which one do you want? Так, нам... А, это... Окей. Сатый левел. Renew equipment loadouts. Не, ну пока это, по-моему, здесь вот. Так, здесь. Это 30-й левел. Бай. Бай-бай. Бай-бай. Так. Мадер.
Вот это как вообще понять? Почему вот эта фигня, она есть? Hi. Угу. Да, но она это. Почему она именно. Ну окей, она была бы 12-го левла и все. Было бы написано. Почему она именно в таком виде? Вот-вот такую стилистику дали. Смотри, вот здесь вот эта вот стрелка вверх. Что она означает? Почему здесь этой стрелки нет, например? Или теперь уже у всех голдовых. О, не, ну я видел пулемет, у меня был этот белый. Вот, смотри, здесь тоже она такая. Вот это белая. Но при этом здесь тоже. Это что? Что она означает? Для меня просто это новое. Не понимаю. Может это разобрать или что? Если это разобрать, что мы получим? Допустим. Компоненты какие. Или это новая стилистика для голдо. Ну, это не голдо. Дело не в голдовости. Не, ну, не, смотри, вот у меня сейчас вот это, да, снайперка, вот, раз снайперка и два снайперка, это вторая, да, это топышка. Теперь смотри. О, шотган. Теперь смотри, вот она же не одета на мне. Видишь? И даже вот то, что я показал, вот этот, вот, смотри. Он, смотри, при этом он белый. Он же белый сам по себе, ну, такой. При этом у него голдовая эта надпись, и при этом вот это вот, что это означает, непонятно, что это за оружие такое. Почему оно именно в таком стиле? Вот это я хочу понять. Может, она прокачивается? Или это типа именные пушки? И сейчас именные пушки имеют вот такой странный. Не понимать.
Так, а здесь у него этого нет. У этого оно это. Понятно. Пойдем-ка мы сейчас. А, мы еще это не сделали. Так. Take care. Да, по-моему, я поставил уже. Вот он. А, ладно, думаю. Так. Нам еще сюда надо, да? Построил не получится, поэтому нам надо вот здесь вот раз, два, эти пособирать. О, уже по второму. Ладно, думаю, на сегодня хватит. Прикольно, когда ты нубас именно в этом плане, что начальный. Как-то приятно играть. И еще, когда что-то новое в игре есть, что-то какие-то изменения, и ты не знаешь, пытаешься разобраться, вообще это увлекательно. А там прицел? Там, по-моему... По-моему, что там вообще? Так. О, лазер стоит. А ты имеешь в виду... А, фонарик. А фонарик у нас... У меня нет фонарика, подожди. Типа, светить можно, да? А он у меня есть вообще? Так. Это лазер-поинтер такой. А на пистолет у меня пока вот такой. А, не, его у меня нет. Флешлайт. Да. Ну, дофига еще
Чего надо открывать? Короче, потихонечку. Потихонечку пооткрываем и разберемся. Ладно, на сегодня хватит, короче. Уже поздно. Долго тоже уже не хочу сидеть. Спина начинает болеть, там то начинает, короче. Пока, спокойной ночи. Register at the clinic.